помимо позитивного момента о том, что да, у нас стали дороги более проходимые, более удобные для людей, стали возникать проблемы, что у нас скоростной режим нарушается, и вот эти пыльность дорог создается. А один из методов это будет вот именно с гранулятом. Мы будем использовать на укладку на такие участки, чтобы устранить вот эту проблему в качестве, ну, это будет обеспыливание такое. Сверху гранулят будет закрывать, и посмотрим, как он себя поведет, потому что не на все дороги можно тоже его уложить. Нужно смотреть каждую дорогу индивидуально рассматривать. Thank you.